Друзья, всем привет! Сегодня мы будем добывать воду с помощью компрессора из абиссинской скважины. По-научному это называется airlift, что в переводе означает подъем воздухом, в нашем случае воды. Такой вариант также подойдет для того, чтобы раскачать заилившуюся старую скважину, либо только что пробитую новую. Для этого у меня собрана вот такая конструкция, которая состоит из тройника дюйм-дюйм на 3/4. В нее вкручен загон и две американки. Заглушка, в ней просверлено отверстие. И два ерша, которые скручены между собой через миппель. Также нам понадобится шланг, ну и, естественно, сам компрессор. Ссылку я оставлю на него в описании под видео. Прикручиваем нашу конструкцию к скважине американочкой. Заглушку пока уберем в сторонку, она нам пока не нужна. Подсоединяем металлопластиковую трубу, тоже через американку. Она у меня выведена через отдушину в фундаменте на улицу. Все это дело подтягиваем газовым ключом слегка. В конце шланга у меня вставлена трубка, на ней болгаркой сделаны насечки, прорезаны, чтобы воздух у нас выходил не только вниз, но и по сторонам. Вставлено вот на таком расстоянии. В общем, опускаем шланг в скважину до самого дна. Чтобы ничего у нас не побежало, немного уплотняем резьбу. И на вот этого ерша надеваем шланг, который мы только что опустили в скважину. Приворачиваем на место, ну и, естественно, подтягиваем газовым ключиком.
Одеваем шланг на ерша, который пойдет у нас к компрессору. Накачиваем воздух в компрессор. На выходе выставим 1-1,5 атмосферы. Большого давления тут не надо. Подключаем подачу воздуха. Мы слышим, как воздух пошел в скважину. Слышно, как булькотит вода. Что у нас происходит? По шлангу воздух поступает в скважину и выталкивает воду вместе с воздухом наверх. Из трубы по очереди у нас выходит порция воды с порцией воздуха. А чтобы шланг не летал по огороду, пригодилась вот эта детская леечка, который нам будет служить гидрокомпенсатором. Ну, в общем, друзья, только что мы с вами добыли воду из недр земли с помощью компрессора. Такой способ я использую зимой, когда изредка приезжаю на дачу, так как эрлифт не требует держать столб воды, и поэтому исключено разморозить трубы. Ну, в общем, кому видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Будем еще много чего мудрить, ремонтировать. Ну, в общем, всем удачи, пока! Ты заходи, если что.